существуют силы, которых в мире людей называют демонами. В нашем же мире характеристика их более точна. Их называют тенями. Тени абсолютно такие же, как демоны, потому что это одно и то же. Многие о них не знают, многие отрицают их существование, а многие просто не хотят в них верить, но они существуют. Thank you.